не пробовал выигрывать. Да, блин, тяжело нагвал, честно. А ты чё, Игвальчик, наигрался в эту игру или нет? Не видно тебя совсем. Или на работе? Ну как играть, я не знаю тут. Что такое? Что мне предлагают? Столько тяжело мне. Решил домой с работы съездить. Хорош, хорош. Время пострелять. Как соображать в эту игру? Пуш, что ты творишь вообще? Где он? И что я должен делать в такой ситуации? Пуш! Так, ну блин, мне тяжко вообще. Почему? Почему я должен терпеть, ребят? Мне и так нехорошо. Че терпеть такое? Да. Бог терпел и нам велел. Блин, да не, мне хватит уже, я уже устал от этого. Хорош. Ош. Что-то за значок 339 ранг, вижу такого. Так. Ну да, золото не то, да. Ладно. У него юниты, у него некра. Да.
Да. Так. Спасибо, игра. Ну, хотя бы так. По-другому никак, хотя бы так. Да, если игра, спасибо, молодец. Вообще. Я не знаю просто по-другому, как это терпеть. Стример рад пристанут 7. Ну а чем остается? Все потеряно. Надо хоть что-то. Что-то было, да. По такую музыку нужно на шрауде сидеть, думаешь? Ну, Гвалт, да блин! Вот это что такое? Почему я вижу постоянно Марка? Ну, Марк, ну что ты творишь? Вот кого ты забоялся? Вот у тебя-то два... Ну что, и ты не успел убрать? Ну, Марка, ну зачем ты так играешь? Триквар играет, ребята, или не играет? Я поднялся из темнейших глубин. Манга мультикаст нужен, но просто чем-то надо выигрывать. Не поместилось на лавке, ну да, но... Конечно, юнит выбрал хороший. Можно было, кстати, панду, наверное, поставить. Потом-то он убрал, потом-то он справился. Кузник пучины. Я не знаю, кто должен дефнуть. Я просто, я не знаю, вообще просто мне тяжко надо было еще раз одного джаггера поставить. Маглов. Стример, пожалуйста, ну живи, ну зачем ты меня бьешь? Зачем весь мой дэмэдж бьешь? Селедка. Я наг поставил, ребят, я наг поставил. Орков и варов. Все почему? Когда играешь с Линой, играешь с огнем. Редко не ошибка, как ее играть? Как ее играть? Вот как я ее сыграю? Беру я элитку, я потом начинаю душить всех. Классико. Давай, поверю тебе. Я тебе поверил. Хочешь себе мою роль? Элитка шестихум. Сейчас попробуем. Я не знаю, ребят, вообще голова. У меня хп нету. Я хотел уже... в окно что-то сделать. Так, ну ладно.
Сейчас они на Даргирах будут играть, я непонятно на чем. Видно. Когда играешь с Линой, играешь с огнем. Элитка, это получается 2 ЛД. Каустрик плюс 2. Манга единственный играет эту игру. Единственный Даргир. Сильный стол. Достаточно сильно. На него смотреть не хочу просто. Ну просто я не знаю. Изиди, пожалуйста. Ну просто. Так. Откуда так сильно? Почему? Почему так сильно? 46 хп, 12 раунд. Хватит это терпеть. О, Марка, Марка, братишка. Я не знаю, Паджик. Паджик, остановись, пожалуйста. Ну-ка, я хочу понять, вот насколько мне с этим Паджиком нужно драться, ребят. Вот насколько я вообще вправе с ним драться. Давайте глянем. У него сейчас ЛД еще придет. Ну, четверочки подбираю. Вот Паджеро, да, у нас тут с этим снекрами совсем. Там хумы есть, я ничего и не могу убирать. У Джани нашел даун. Что делать команда шарики? Ну мы в шарики катаем, хлопец, когда лобби собираем. Сейчас быстро лобби собирается, поэтому не катаем. Все просто. Я не знаю, ребята, тяжело. Ну прям ничего не придумаешь, тяжело и все. Лайт. Проклятия и кости. Принес я к вам в кости. Будем, ребят, в седьмом ролить, как в восьмом. Или еще терпеть будем. Идем спектру, в седьмом игра пойдет Турпума. Ну все, настроились, получается. Смотри, не обмани. В седьмом, как в восьмом. Понял, принял. Проигрываем. Тут гений. В седьмом войд на леках. Кстати, нормальная тема. Паджик. Enchanted, I'm sure. Время пострелять. Свет со мной не разделим. Только не вызови. Только эти... Да, 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 да. Ты не вызвал соло против волчка. Ну,
Да. На шмотке ничего не нашли. Дальше жить непонятно. Так, я сролиться могу вот это вот. Все, у меня вообще столько всего можно сролиться. И крестов убрать уже. То есть мне двоечки закрыть, крестов убрать. Но жалко, что я крипов не дефнул. Дети маг с ВР-кой, возможно. То есть сразу же начинать дети маг с ВР-кой делать. Уже этого отказываться. Ну давай попробуем сразу начинать. Пайп. Тут пайп, я 9 маг делать, а что делать? Что за жизнь вообще? Шокируем руки. Не, я, наверное, уставший просто, ребят. Играю в эту игру. Посмотреть забычка, что делать, просто надо делать то же самое и мы. Кстати, нормально, да, ответ. Вроде нормально же. Сетка не братишка, это Марка братишка. Чё за... Марка на дно танка. Чё он там еле живет вообще? Ну 4 у него на дедах, драконах, то есть играет. Пытается жить. Сейчас попробуем что-нибудь сделаем. Тоже хороший, да, момент. Семнадцатый раунд. Реально, дети маг может нормальный быть. В принципе, он выглядит неплохо, но... Нужно дожать это все дело. Кирис котлайл дехуманы. Не, сложно, сложно ты мне рассказываешь, сложно рассказываешь. Не готов. Не готов. Сербская лысая из Бразерс. Так. Инкунку не могу играть, наверное. Вау. Жестко. Верка 300 урона все же. Охранника вообще хп нету. Что это вообще? Ну смысла ролить нет, мультикас будет и так восьмом. А
окажусь. Все имеет смысл, наверное, отдать уже сильному юниту. Потом уже доролиться. Под роль Легу, да нет, так смысл, я же и так выйду восьмой после этого раунда. Смысл ролить вообще ноль, нулевой. А если я еще раз слитку получу, то я буду ролить в девятом, согласен? Нет авантюризма, да я устал. Есть, но не сегодня. У меня всегда есть шаут. О. 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 Уже было без спамин локера дать, наверное. Можно и Киров сейчас сделать, да, получается. Кто лучше, Кира или маги? Или то и то хорошо. Давай, не знаю. Как сделаем. Локеры ведь сюда не. Наверное, реально 9 магов скрою. С вот этого беру. Я левелпаю. Раз маг, два маг, три маг. Раз, два, три маг. Четыре, пять. Визарды. И... Демон Дум, да? Раз, два, три, четыре. Выглядит как Кира Надежда, я не соображаю. Сины там какие-то, но возможно. Следующий дефа. А чё Кира надежнее выглядит? С одного лоника Киры? Это же слабый очень. Очень слабый. Это камбэк, да, такой. 13 хп яйцо достают и играют. Thank you.
отошел Пристер уже, да. Ну-ка, ладно. Это камбэк, конечно, да. А, нет, это с элиткой нашли. Тут паль, тут почти добивается он. Дефнит это или не дефнит, я постараюсь, да. Цель пережить бычку. У меня танго есть. В принципе, могу, наверное. Шаут есть. Был стол, да, взять. Смысл, наверное, отправить. А, ситка в чё выходит вообще? Акира? Вернее, да, он же волной морозит. Ну а что? Он может... Ну, наверное, да, наверное, нет. У меня Рубик гений. Рубик 5200.
Похоже, Рубик сильный. Ну, шарот я всего лишь одного этого пропустил кого-то. Но могло быть все по-другому. Мог очень сильно пропускать, поэтому считаю, что шарот неплох. Крипов дефнем, надеюсь, потом подролим. Тут один хп. Book of Dead. Тут вообще я не знаю, на каких этих. Так все ужасно было. 13 хп было на 19 раунде с мультикастом. 13 хп. И потом тут два спектра с Book of Dead появляется. О, тут же стена гудела, да. Баджик. Лишь бы не зашел. Да, это тоже заходит сильно. Рубен, живи, пожалуйста. Он меня сейчас сбил, получается, все. Меня Магропир сбил. Катка, я на крыльце сказал, восхищаю, спасибо. Enchanted, I'm sure. I just sharpened my spear and I'm ready to go. А у нас мало таких, что ли? По-моему, у нас достаточно таких. Мы же нормально играем эту игру. Чатик вообще-то сыграл, да, согласен. Спасибо, чатик. Получается. Вот как дальше? Агра дораливать? Короче, я просто войдов забаню. Нет, не войдов, Фатих. Да. Я агра хочу доролить просто. Ну да, котла, понятное дело, что и игра тоже. Снова шоу. Моя борода все длиннее. Сейчас игра не надо доралить, сейчас, мне кажется. Кажется, в левел нужно попробовать. Вот 6 нак, это плохо, да. Единственное. У меня луники есть, так что нормально. Луники работают. Ну что в этот раз, что спектра мне скажет? А, атакер. Сюда. Еще котел есть. Мулину убрал, потому что она хумов закроет, из-за этого у меня синергия сломается. Где мой Рубик?
со Сидычем, Сидыч с Пайпом, с Акирами. Я все равно сильнее, да? У меня инвокер, кстати. Нормально. Надо успеть котла купить. Вот и получить. Я не успел. Ну ладно. Очень было нету, чтобы грифсов сделать. Мокрица. Соседыч. Два хп. Все еще стена гибнет. Танка-то нету. И не ролит. Танка нету, не ролит виспы. Манов Джекира не ролит. Со Шрауда. Так, Марка вылетел. Тут наоборот. Справедливо, ребят, в эту игру играем. На нагах. Можем во что-то еще тут свапнуться, если так подумать. Чисто 9 маг. Так-то если Джекира придет, то мы снова можем подбирать что-то. Ну, хотя у нас и так сильно, у нас мультикаст хороший. У нас вот эти же юниты очень сильные. Вот это вот юнит тут сильный. Что против Штинаги сделаем? Мы вроде так даже ее убили. Ну тоже Штинагу поставим. Я не знаю, что мы там сделаем. 9 хантеров поставим. У меня грифсы есть как раз на такой случай. Так, захват. Вот у меня эти мишки просто там дальше всех убивают. Тут еще грифсы у меня есть.
Так, ладно, я сейчас скипаю. Читаем теперь. Резкий шестибист. Карана. Я и так могу выиграть. Я и так выиграю. Я и так выиграл эту игру. А, нет. Тут еще не выиграл. Ну да. Еще не выиграл. Ну что там, кто там что хочет? Так, пока что дефается, да, ну сейчас посмотрим. Можно самим 9 нагов поставить, там-то 3 декакс. Ну чё, ну как вот играть вот в такой ситуации? А вот так вот надо. Да. Каточка в однокласснике. Ну блин, накладчик, если бы не вы, что бы я делал без вас? Ну первое, это получается, мне отбить надо пятюню вот за эту.